Это главная улика против Александра Павлова. По утверждению сотрудников КМБ, им удалось записать, как по интернету подручные Мухтара Блязова обсуждают подготовку к терактам в Алматы. У нас сейчас враг один. И независимо от наших взглядов, нам нужно объединиться, чтобы свалить этого врага. Это первый этап. Взрывы должны были прогреметь 24 марта в разных частях города, однако один из исполнителей сдался властям и предупредил о готовящейся провокации. На сегодня все его сообщники задержаны, находятся в СИЗО и уже дали признательные показания. Рассказали, кто заказчик несостоявшегося преступления, схемах финансирования. Спецслужбы не исключают, что к планируемым терактам имеет отношение и Рахат Алиев. Непосредственным заказчиком задержанные назвали Александра Павлова, главу личной охраны Мухтара Блязова. Александр – уроженец Алматы, служил в рядах элитного спецподразделения «Сункар». Затем работал телохранителем у ныне опального банкира, дослужился до начальника личной охраны. По данным КМБ, именно Павлов помог Мухтару Блязову сбежать за границу и вывести с БТА банка 2 миллиарда тенге. Руководитель личной охраны Александр Павлов и помог Мухтару Аблязову вынести из Казахстана 2 миллиарда тенге. Сегодня суд Алмалинского района Алматы выдал санкцию на арест Павлова. Против Александра возбудили уголовное дело по статье 233 Уголовного кодекса Казахстана. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он в международном розыске. Основная цель этих группировок – нарушить спокойствие и стабильность в нашей стране. Согласно официальным данным, в межгосударственном розыске находится 1600 казахстанцев. Пока лишь 176 из них удалось задержать и предать суду на родине. Лизаток Чурина, Сеткундакпаев, телеканал Алматы.